Представляем ангиев Пейсия. Передовой аппарат низкоуровневой лазерной терапии LLLT предназначен для комплексного обезболивания и восстановления тканей. Этот полупроводниковый аппарат лазерной терапии использует низкоинтенсивное лазерное облучение для проникновения глубоко в ткани, оказывая биостимулирующие действия. Этот процесс улучшает местное кровообращение, уменьшает боль, снимает воспаление и способствует восстановлению ткани. Ключевые особенности. 1-10 мощных лазерных диодов оснащены. 10 мощных диодов, обеспечивающих мощное и эффективное лечение. 2. Многоволновая конфигурация 405 нанометров, 635 нанометров. Предлагает универсальные варианты лечения с несколькими длинами волн. 3. Изогнутая двухстворчатая складная конструкция. Обеспечивает гибкую регулировку для оптимальных углов обработки. 4. Вращение на 360 градусов. Обеспечивает тщательную и комплексную обработку без мертвых углов.